Велосипедная сумка крепится на руль велосипеда или самоката. Плотная водонепроницаемая и водоотталкивающая ткань и прозрачное пластиковое окно делают сумку полностью защищенной от воды. Идеально подходит для хранения небольших предметов, а также как держатель для мобильного телефона. Экран отлично работает через пластиковое окно. Сумка не очень большая, но помимо телефона спокойно можно положить немаленькую связку ключей, салфетки и еще останется место. Смотрится очень стильно. В эту велосумку поместится смартфон диагональю до 7 дюймов. В наличии 4 цвета – черный, синий, серый и красный. Размеры сумки вы можете увидеть на экране. Емкость сумки заявлена 1,5 литра, а вес 95 грамм. И все же главным преимуществом этой сумки является недорогая цена.